Це житлово-комунальне господарство, діяльність управління архітектури, земельного відділу та управління комунальної собственності. З цього приводу я хотів би почати свою доповідь з двох питань. Шановні депутати, сьогодні ви проголосували проти відміни положення про порядок розміщення тимчасових споруд в місті Слов'янськ. Я хотів би вам зачитати звіт управління архітектури, яке провело обстеження 218 споруд, які зараз розташовані в центральній частині міста, ще не охвачено, скажімо так, цієї інвентаризації, такі райони, як Семенівка, Черевківка, Славкурорт, Східний, Північний, Залізничний, Марчернин. Так от, із 218 тимчасових споруд, які встановлені у нас в місті і вже пройшли цю інвентаризацію, 80% встановлено з порушенням діючих положень. Чому це проїсходить? Це проїсходить тому, що саме положення не дає можливості підприємству повністю реалізувати свої законні права. Воно протиречить тому положенню, яке затверджено Міністерством регіонального розвитку України. Про це є висновок антимонопольного комітету. Тому я дуже прошу вас звернути на це увагу і на наступному сесійному засіданні все ж таки проголосувати за відміну цього положення. Це управління житлово-комунального господарства. Ви вважаєте, що контроль такий достатньо об'єктивний, нормальний? Так, що так, так. Вас приглашають на вулицю Лисичанську, Семенову. Ви посмотрите, що там ямочний збиратель на ремонт проводиться. Я був на вулиці Лисичанська, якраз в то время, коли производився тут ремонт. Беседовал из квартала и проезжали мы по этой улице. Да, действительно, там не хватило тех средств, которые выделены 120 тысяч для того, чтобы полностью завершить текущий ремонт. Спокойно туда положите, засыпать. Просто на прошлом заседании мы говорили, что есть экономия. Я же депутатом по Семенов, и мы с вами договор проговаривали. Конечно. Ну, неужели нельзя было добавить немного денег в эту Лисичанскую? Вы прекрасно понимаете, что нельзя. Андрей, потому что... Андрей Иванович, шла треза, там вот такие волны, сам мастер говорит, давайте я свежу. Нет, давайте, поток. И толку с этого ремонта мы не получили. И громада, вы знаете, это ремонт, о котором мы с вами говорили, будет проводиться тогда, когда будет проводиться грейдировка нижестоящих улиц. Сейчас с водопонижения. Это одно название, вы сами прекрасно понимали, мы говорили о том, что он работает, никаких не делает, он только планирует, сам себя еле будет. Ноги короткие. В связи с тем, что взорванный мост на трассе, идут все машины, большегрузные, через город, разрушая, уничтожая улицу Коммунаров, мощенную. И почему до сих пор потеря, когда мы выделяем деньги, мы сказали, что оказывается, все банально просто. Просто из-за коллектора, поломки коллектора, объем не добавляет воду, соответственно, люди не платят за недопущенные воды, поэтому это минусуется уже на протяжении 4 месяцев. То есть получается, чтобы выяснить водоканал из убытков, надо просто дать людям круглосуточную воду, они будут платить, и все будет хорошо. Теперь дальше, по дорогам. Опять-таки, качество дорог можно бесконечно спорить об этих дорогах. Там. Но я знаю, как строили дороги у нас 2 года назад, 3 года назад, когда у нас около каждой бригады строительной, пусть даже иногородней, которая строила, стоял и первый зам, часами стоял, контролировал каждую яму, замерял ее, вымерял. Если не было первого зама, стоял зам по ЖКХ и в крайнем случае руководитель ЖКХ какой-нибудь структуры. Но постоянно это было судилось под надзором. Поэтому качество дорог, которые были построены 2 года назад, и ямочный ремонт, и капитальный ремонт, привели к тому, что даже на то, что, здесь, извините, то, что творилось в 2014 году, да, в мае, июле, привело к тому, что у нас более-менее дороги были сохранены. Какие будут дороги после ремонта сегодняшнего, мы узнаем, к сожалению, наверное, с первым дождем и с первым морозом. Ну, вливание. Это все-таки заслуга не менеджера по ЖКХ, как было сказано, а это заслуга депутатов, которые нашли и изыскали эти возможности. Кстати, про финансирование. Народный депутат Олег Анатольевич, уважаемые чиновники, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, я хотел сказать, что вы наняли менеджер, шановный депутат, и, в общем-то, рекомендовать свою мысль, да, что делать шановным депутатом, а не указывать мне еще только депутатов. Это касается этики, отношения с депутатами городского совета, общественных.
результаты производства. Это первое. Второе. Ну, у меня здесь есть 4 листа. Мелким уборется, значит, шрифтом написаны ваши недоработки по работе ЖКХ. Да, я прекрасно понимаю, что жилищно-коммунальное хозяйство всегда было сложным направлением, но мне кажется, что все депутаты и многие жители города меня поддержат в том, что в данном вопросе большие проблемы в городе Славянск. Следующее. Вы сказали об областном фонде экологического, государственной субвенции 150 миллионов и фонде регионального развития. Я хочу проинформировать присутствующих, что никакого отношения к этим заслугам, к этим деньгам вы не имеете. Более того, вы некачественно, неквалифицированно подготовились к получению финансирования. Я лично был главой комиссии, вы знаете, не главой комиссии, а членом областной комиссии по отбору проекта на фонд регионального развития. Так вот, все, что было возможно, я сделал со своей стороны для того, чтобы Славянск получил максимальное финансирование. Максимально. Было договорено и выделено порядка 40 миллионов. Проекта вы предоставили ровно за 14 и не удосужились больше ничего сделать. Только благодаря вашей некачественной работе. Это я могу со всей ответственностью заявить. И следующее, значит, была идея о том, чтобы подготовить на следующий год, то есть выполнить проектную кошельную документацию на объекты для финансирования за счет международных средств, это Европейский инвестиционный банк. И даже в этом Славянск умудрился, когда Краматов, когда Артемов получили большие суммы на финансирование, Славянск предоставил проект запроса, даже не проект, а запроса на 1 200 000, который принял Минрегионразвитие. Если у вас есть вопросы по Минрегионразвитию, да, и какие-то там несвепомки, то, пожалуйста, обращайтесь, я всегда помогу, я смотрю за этим всем темой. Более того, хотел бы, чтобы вы ответили на вопрос громадии по экологической составляющей, по сбросу сточных вод, реки, которые казенный торец, сразу этот вопрос не озвучивали в своем отчете, я хотел бы, чтобы вы на него ответили. Спасибо, Олег Анатольевич. Я сразу начну с той цифры, которую вы упомянули по Державному фонду регионального развития. Вы прекрасно знаете, что сумма, о которой я говорил, 1 400 000 гривен, она действительно была оспорена, скажем так, Славянским городским советом, поскольку на проектирование вот этих объектов, о которых я говорил, это еще раз повторюсь, кольцевая 2, это объездная дорога, это капитальный ремонт наших дорог, проектирование маршрута номер 5 и народное освещение города Славянска, почему-то без нашего ведома было предложено взять у государства 5,5 миллионов рублей. Хотя достаточной суммой для проектирования является как раз та самая 1 450 000, которые на сегодняшний момент выделены Державным фондом регионального развития. И объекты по Европейскому банку, те, которые я перечислил, это тоже будут профинансированы. Поэтому нам просто было непонятно, почему именно нужно тратить такие громадные деньги на проектирование, когда мы представили государство практически 3 раза ниже. У вас была возможность получить гораздо большее количество денег для проектирования. У вас была возможность получить гораздо больше денег для проектирования, гораздо больше денег для выполнения работ по фонду регионального развития. Если бы вы предоставили соответствующий документ, правильно оформили, вы этого не сделали. Теперь, что касается стоков в реке Казенный Торец, да, действительно, в городе Славянск существует такая проблема, когда наши канализационные коллектора переполняются и стоки выплескивая из них попадают в на сегодняшний момент, я уже говорил, по полякам работы начинаем. Что касается наших коллекторов
части города, такое возможно тогда, когда мы получаем несанкционированный, так сказать, выхлоп, как говорят, канализационщиков. Я очень надеюсь, что с помощью народных депутатов, с вашей помощью, мы как раз сейчас и эти проекты подаем на финансирование программы ДФРР, и субвенции государственного бюджета на будущий год. Если нам удастся решить проблемы с капитальным ремонтом коллекторов в центральной части города, этого не будет. Не буду углубляться, но скажу следующее, что вот перед самим ТТРах часто звучали вопросы по ним. Я для себя констатирую факт, что прозрачности проведения этих комплексов центров на сегодняшний день до сих пор нет. Потому что не процедуры, все, что связано. Я имею в виду, что да, закон выполняется, размещаются эти объявления на необходимых ресурсах, но то, что мы говорили на местных сайтах, чтобы могла наши предприниматели могли узнавать свое время на проведение этих центров, информация была открыта, то есть можно применить. Это факт. То есть мы говорили о сайте городского совета, чтобы он наполнялся такой информацией. Всегда все соглашаются, и Владимир Вячеславович постоянно соглашается, декларируйте открытость. Но на самом деле информации такой, что касается по расходованию финансов, ее, к сожалению, нет. Если говорят о работе водоканала на сегодняшний день, так подытожим, да? Если бы не те субвенции, которые городской совет дает по 1 900 000 каждый месяц, я думаю, вот здесь бы стояли 5 люди водоканала. То есть та программа, которую готовила комиссия депутатская по изучала работу водоканала, там из 16 пунктов или 17 выхода из кризиса, там, наверное, только используется один только пункт, это отключение должников. У меня есть сомнения о том, что действительно те деньги, которые мы выделяем, повышаются. Старая задолженность, она не касается текущая. Но я думаю, о всех этих нарушениях мы все-таки узнаем, когда уже после выборов сменится власть, там какие-то уже отчеты будут более-менее понятны. Вот здесь члены комиссии, они дадут мне собрать, что те суммы, те цифры, которые даются по расходованию, ими постоянно манипулируют. То есть сказать, соединить и сделать, то есть у нас постоянно, то на предыдущем отчете мы не могли сделать, потому что у нас там кастодит, бухгалтерия, водоканале не может работать, потому что меняются бухгалтера. Потом появляются базовые цифры, которые потом мы изучаем. Я думаю, коллеги, меня еще поделят, что это может быть члены комиссии. Также эффективность расходования этих средств, я уже не раз говорил, что средства, когда водоканал в упадке по 150, там, извините, я не буду литров, там, на 150 километров каждый день расходуют управленцы. Я считаю, что это сфера работы руководителей. Нет, я просто хочу сказать следующее, что на сегодняшний день по водоканалу никаких выходов из кризиса дело не сделано. То есть и Белозеров не проконтролировал это. То есть единственный вопрос, какие почему до сих пор потери, когда мы выделяем деньги, мне сказали, что оказывается все это все банально просто. Просто из-за коллектора, поломки коллектора, объемы не добирают воду, соответственно, люди не платят за недополучные воды, поэтому это минусуется уже на протяжении 4 месяцев. То есть получается, чтобы вывести водоканал из убытка, надо просто дать людям круглосуточную воду, они будут платить, и все будет хорошо. Теперь дальше, кто дорога? Опять-таки, качество дорог можно бесконечно спорить об этих дорогах там. Но я знаю, как строились дороги у нас 2 года назад, 3 года назад, когда у нас около каждой бригады строительной, и даже иногородней, которая строила, стоял не первый зам, часами стоял, контролировал каждую яму, замерял ее, вымерял. Если не было первого зама, стоял зам ШКХ, и в крайнем случае руководитель ШКХ какой-нибудь структуры. Но постоянно это было судилось под надзором. Поэтому качество дорог, которые были построены 2 года назад, и ямочный ремонт, и капитальный ремонт, привели к тому, что даже на то, что здесь, извините, то, что творилось в 2014 году, да, в мае, июле, привело к тому, что у нас более-менее дороги были сохранены. Какие будут дороги после ремонта сегодняшнего, мы узнаем, к сожалению, наверное, с первым дождем, с первым морозом. Ну и в конце концов, хотелось бы сказать, что те финансовые показатели, о которых вы говорите постоянно, ну, вливание, это все-таки заслуга не менеджера по ЖКХ, как было сказано, а это заслуга депутатов, которые нашли и искали эти возможности. Кстати, профинансировано было в 2 раза больше, чем в прошлые года. И возможностей было, и вливаний было больше. А вот именно от эффективности использования этих средств и должен был отчитываться. И выхода, вот это вывода, то, о чем говорил Савченко, депутат, хотелось бы знать, как решается проблематика, а не как осваиваются, и куда, на какие нужды пошли эти деньги. А если у нас получается, что все хорошо, вот послушаешь, действительно, если не задашь вопросы, то, в принципе, все замечательно. Иногда, когда послушаешь вас, то у нас все плохо. Ну, я... Андрей Николаевич, я хочу действительно поддержать Олега Анатольевича, потому что он сказал о том, что нужны были какие-то деньги. Я хочу сказать, что я поддерживаю то, что сказал Олег Анатольевич, о том, что нам предлагали такую сумму денег. У нас очень плохой
директора водоканала, эти же канализационные объекты. И то, что вы вот сейчас начинаете работу в полях, но у нас центр города, длительное время. И вот сказал вот депутат, мой коллега Анатолий Григорьевич, значит, о улице Коммунаров. На улице Коммунаров, она не работала больше 10-15 лет, если вы помните. Была не произведена. Сейчас опять это получает такую же нагрузку на канализационный коллектор, на водоводе, что у нас скоро рухнет. Там не будет произведена эта улица. Поэтому эти деньги нужно было брать на проектирование, на ремонт, на все это самое. И чем больше у нас будет проектов, тем больше мы будем иметь задел, который мы должны делать. Совершенно так говорите. Еще раз повторяю, количество проектов осталось больше. Просто денег на них израсходуют меньше. Уважаемые депутаты, решили цифры. Говорили, что на следующий год у нас подготовлено уже масса проектов, которые должны вот быть защищены. Но, судя по всему, я смогу верить Олегу Анатольевичу, что на самом деле получается у нас на следующий год практически ничего нет. Вы верьте, ваша рассылка была, и на следующий год эта сумма проектов по ИБР составляет 170 миллионов гривен. Депутаты, слава. Я так очень опасаюсь, что это очень серьезная должность. И
деньги, которые выделены под СРР, 8 объектов, да, они так случились по водоканалам, уже распределены компании, которые будут делать эту работу. Я хотел спросить Андрея Николаевича, когда происходило распределение, почему оно было опять кулуарно сделано, почему не привлекали ни прессу, ни общественность, ни нас, как водоканал, как и всю организацию. У нас уже есть вода, фильтровальная станция, которая недостроена, у нас есть на Семеновке 10 миллионов, которые мы там планируем сделать, и мы опять сейчас будем это делать. Нет, Владимирович, как раз по этим объектам я сказал, вашего мы с удовольствием. Откуда они там появились? Я еще раз вам говорю, Олег, на сегодняшний момент, вы прекрасно знаете, ни один договор не подписан. И мы, ну да, вы же. Вы тогда называете компанию. Кстати, и вы сегодня получили запрос. О чем? Горводоканал. О том, каких подрядчиков вы, так и смотрящая организация, можете рекомендовать управлению капитального единства для проведения конкурса. Олег Анатольевич, да. Как вы сказали, ответьте. То есть я прошу прощения, Олег Ильич. Я отвечу перед громадом и как депутат, и как генеральный директор Горводоканала за все свои действия. А что касается Андрея Николаевича, он хорош следователь в прокуратуре, который забросал все коммунальные предприятия письмами, и они отвечаются ему по 20 штук в день, что, где было выявлено, кто строил, кто не строил, пожалуйста, разрешите, дайте.